Искусство управления в современной системе образования. Тема семинар-тренинга объединила директоров творческих и специализированных школ в системе агентства президентских образовательных учреждений. На встрече, в ходе которой обсуждены вопросы образования на основе современных подходов изучения и эффективного применения передового зарубежного опыта. В соответствии с указом главы государства о расширении сети специализированных школ при агентстве президентских образовательных учреждений создано 193 школы и школы-интернатов. В новом учебном году свою деятельность начнут 168 данных образовательных учреждений. Потребовалось привлечение в предстоящий образовательный процесс квалифицированных руководящих и педагогических кадров. Директор школы – должность почетная и одновременно невероятно ответственная. Нужно организовать работу образовательного учреждения, обеспечить постоянное развитие, повышение квалификации персонала и предложить каждому ребенку наиболее комфортные условия для учебы. Чтобы добиться таких результатов, необходимы семинары и тренинги. Так, в специализированной школе имени Аль-Хорезми состоялся семинар для директоров подобных школ. Семинары проводят опытные, высококвалифицированные преподаватели и методисты. Одним словом, все те, кто имеет практический опыт управления образовательным учреждением. Впервые мы здесь собрались, все 168 директоров новых школ. Это очень приятно. Приятно было познакомиться. Да, конечно, семинар-тренинг проходит очень интерактивно. Каждый имеет возможность высказать свое мнение, свою позицию. А также я лично для себя перенимаю хороший опыт. Не будет преувеличением, если я скажу, что агентство президентских образовательных учреждений создает современную систему образования. Назначение на должность директора специализированной школы, которая открывается в Катакурганском районе, для меня это, во-первых, большая честь. Во-вторых, это, конечно же, ответственность. Будем обучать молодежь не только по национальным, но и международным стандартам, которые позволят им в дальнейшем добиваться побед на международных олимпиадах и получать международные сертификаты. Претендентов на должность директора творческих и специализированных школ было достаточно. Однако предпочтение отдавалось тем, кто владеет лидерскими способностями, а также умением общаться как с учениками, так и с преподавателями. У нас есть один директор, ей 68 лет, но она энергичнее всех других молодых людей. И меня это очень порадовало. Она и лидер, она может быть и образцом руководителя, она и может вести за собой большую команду, большой коллектив. Может быть, это их не первый тренинг, потому что мы это уже эту работу начинали в областях, но это их первый тренинг, где они собрались все вместе. Все они познакомились, они сейчас будут делиться своим опытом и, конечно же, новые планы создавать для будущего. Всего предоставленных тем к обсуждению порядка 10. Все они проходят в интерактивном формате. Подобные тренинги планируется проводить и далее, но уже в гибридном формате. То есть как онлайн, так и офлайн, с привлечением международных тренеров. Самим участникам полезно было узнать и о том, как правильно организовать работу, чтобы школа всегда имела высокий рейтинг. А ученики демонстрировали высокие показатели в самых престижных конкурсах и олимпиадах. После завершения данного однодневного курса каждый из руководителей школ получит сертификат.